Переходить через железнодорожные пути в непредназначенных для этого местах опасно для жизни. Но порой бывает так, что несчастные случаи происходят и на специально оборудованных переходах. Так случилось 9 ноября на станции Гагаринская, где поезд сбил мужчину. 9 числа, к сожалению, произошел несчастный случай. Смертельное травмирование. В 1:40 ночи человек 82 года рождения, местный житель, был сбит поездом. Причины, почему такое произошло, на данный момент выясняется. Значит, на сигналы поезда не реагировал. В связи с этим, во-первых, что мы делаем? Мы проводим сейчас рейд, да, во-вторых, мы, соответственно, пишем обращение для того, чтобы этот переход был оснащен светошумовой сигнализацией. Сотрудники администрации городского округа Щелково совместно с РЖД и представителями административно-пассажирской инспекции Подмосковья регулярно проводят профилактические рейды на железнодорожных станциях. Они напоминают гражданам о том, что нельзя забывать о правилах безопасности, переходя железнодорожные пути. Только с начала 2021 года в городском округе было зафиксировано несколько смертельных случаев на железнодорожных путях. Граждан призывают быть предельно внимательными, а нарушители задуматься о том, ради чего они рискуют собственной жизнью. Обычно нарушителями являются в основном подростки или люди, которые идут в наушниках, слушают музыку, соответственно, не слышат приближения электрички. Особенно если прибавить к этому то, что человек переходит в неположенном месте, то, конечно же, это вызывает случай травматизма. Также в ходе рейда сотрудники административно-пассажирской инспекции вручили гражданам бюллетени с правилами безопасности дорожного движения. Их также необходимо знать каждому человеку. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.